Жильцы сразу нескольких домов на Можайском шоссе Воденцова написали нам в социальные сети: пешеходные дорожки не чищены, и проехать по дороге не так-то просто. Как обещали, выезжаем на съемку не только с камерой, но и с лопатой. Вдруг коммунальщикам потребуется помощь. Три школы, три детских сада, детская поликлиника. Между домами 99, 101, 105, 107 и 117 на Можайском шоссе снег не чистят. Преодолевать снежные препятствия приходится не только пешеходам, но и автомобилистам. И до конца непонятно, кому легче. Смотрите, вот, не пройти, не проехать. Вот там в эту детскую поликлинику машины буксуют. Хоть бы детям расчистили туда, никто не чистит. Плохая муха. В этом году проезжает трактор, раз не ели весь, хорошо. А стоянку вообще не чистится, вот видите. По указанным адресам отправились не только мы, но и коммунальщики. Пешеходные дорожки расчистили. За 117-м домом работает трактор. Движение оживленное, автомобили со всех сторон, поэтому 2 минуты тракторист сгребает снег, потом все 10 пропускает машины. К припаркованному транспорту уже привык. Но и автомобилистов понять можно. Текущие дела никто не отменял. Вот и Алексею нужно ехать. Машина стоит уже 2 недели. Прежде чем сесть за руль, нужно ее откопать. Вот тут и пригодилась моя лопата. Давайте я вам помогу чуть-чуть, раз у меня лопата. Вы мне скажите, давайте я с той стороны буду, а вы с этой. Машину откопали, осталось только выехать. Работу коммунальщиков Алексей оценивает удовлетворительно. Снег чистят, но не везде. Местами. Вот здесь, допустим, вообще невозможно пройти между башнями. Здесь ничего. Вот здесь, конечно, тоже плохо. Вот, но в среднем более-менее. Первым делом тротуары и подъезды к социальным объектам. Снег в Одинцовском округе убирают строго по регламенту. А вот погода не перестает удивлять. Этот январь точно войдет в историю метеонаблюдений, говорят синоптики. Высота сугробов в отдельных районах Подмосковья достигла 0,5 метра. Последний раз такое наблюдалось в 1942 году. Обход территории показал пешеходные дорожки почищены. Хотя, может быть, в проезжей части и есть какие-то вопросы, но мы видим, что их чистят. Значит, наша помощь коммунальщикам не понадобилась. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».